Всем привет, меня зовут Владимир, вы на моем канале, и здесь мы говорим об автомобиле, который снимается в кино. Сегодня хотелось бы поговорить о знаменитой сцене погони из фильма «Буллит» 1968 года. Режиссером картины выступил Питер Йейтс, а главную роль в ленте сыграл популярнейший в те годы актер Стив Маккуин. Кто бы что ни говорил об этом фильме, как бы его ни критиковали, погоня из этой картины стала настоящей классикой, установив новые стандарты качества в автомобильном экшене в кадре и навсегда изменив мир кинематографа своим новаторским для конца 60-х подходом к съемкам. И пусть современный зритель, скорее всего, не найдет в этой погоне ничего для себя интересного, для своего времени несущиеся с ревом по улицам Сан-Франциско Ford Mustang GT с 390 V8 под капотом и зловещий Dodge Charger, оба 68 года, с 440-м магнумом, были по-настоящему культурным шоком. Для сравнения, посмотрите, как выглядели погони в то время, например, в той же Бондиане, и сравните с тем, что показано в Буллите. Неудивительно, что многие западные автоиздания до сих пор включают эту погоню в список самых известных и запоминающихся автомобильных сцен в кино. Эту погоню цитировали в десятках фильмов, сериалов и компьютерных игр. Но как это было снято? Полвека назад, без экшн-камеры, квадрокоптеров? Попробуем восстановить события, взяв за основу интервью участников съемочной группы с 70-х-80-х годов, когда практически все еще были живы-здоровы, а воспоминания не стерлись. Итак, некоторые факты. Главная звезда фильма Стив Маккуин и режиссер картины Питер Йейтс привлекли к работе несколько лучших имен в кинобизнесе тех лет для подготовки к съемкам сцен погони в фильме «Буллит». Ключевыми фигурами стали Стив Маккуин, главная звезда фильма, к тому же отличный опытный автогонщик, Питер Йейтс, режиссер картины, Кэрри Лофтин, координатор трюков в фильме, Бат Эккинс, каскадер-дублер Стива Маккуина, в нескольких сценах управлявший «Мустангом», Макс Больховский, человек, отвечавший за подготовку автомобиля во время съемок. Стив Маккуин был полон решимости устроить лучшую автомобильную погоню в истории кино, вспоминает Кэрри Лофтин. Каскадер рассказал Стиву Маккуину, что обучался на кинооператора и поэтому знает немало информации об углах съемки и скорости камер, а следовательно знает, как правильно снять тот или иной эпизод, чтобы он выглядел достаточно динамично. То есть, снимая сцены камерами, работающими с чуть меньшей скоростью, при нормальном воспроизведении мы получим автомобили, которые стремительно носятся в кадре. Но Стив Маккуин отказался даже слышать об этом и сообщил Лофтину, что намерен снять все эпизоды вживую, на действительно высокой скорости, вне зависимости от того, сколько средств на это потребуется. В интервью журналу Motor Trend Маккуин рассказывал о своем желании показать на экране действительно высокоскоростную погоню, без какой-либо фальши и комбинированных съемок. Кроме того, «Буллит» стал первой картиной подобного жанра, снятой с живым звуком. Понятно, что позже при монтаже что-то добавляли, но в целом большая часть звуков, такие как рев моторов и визг шин, реальные. Для подготовки к съемкам Стив Маккуин и каскадер Билл Хикман оттачивали свои навыки вождения на гоночной трассе вблизи Сан-Франциско. Сцены погони в фильме решено было снимать на Пасху 1968 года. Изначальный план проезда по мосту «Золотые ворота» не смогли согласовать с городскими властями. Разрешение было получено лишь на несколько проездов по городским кварталам, причем создатели картины сознательно умалчивали тот факт, что машины будут носиться с огромным превышением скорости. Изначально Стив Маккуин не планировал нанимать каскадера. По словам Кэрри Лофтина, первое, что сказал мистер Маккуин, это то, что он сам будет водить машину. Лофтин и не собирался спорить, поэтому сказал «хорошо, хорошо». Однако работа Маккуина в качестве основного водителя «Мустанга» была далеко не идеальна. Он промахнулся на повороте и с диким ревом, дымя шинами, вернулся на маршрут. Эти кадры есть в фильме, добавляет Бат Эккинс. Когда Стив проскочил поворот, это было сделано не специально. Всего за рулем обоих автомобилей побывало 4 водителя – Стив Маккуин, Бат Эккинс, Билл Хикман и в нескольких сценах Кэрри Лофтин. Идея использовать именно Ford Mustang в качестве автомобиля главного героя в принципе лежала на поверхности. У Warner Brothers был рекламный контракт с компанией Ford, и для съемок создателям картины сразу же предложили несколько различных моделей.
После недолгих дискуссий было решено остановиться именно на фастбеке 1968 года Ford Mustang GT. По мнению Стива Маквина, этот, в общем-то, относительно недорогой автомобиль вполне мог стать личной машиной полицейского. Кстати, именно Стив настоял на том, чтобы на кузове автомобиля была вмятина. По его словам, это должно показывать, что у главного героя нет времени и лишних денег, чтобы привести внешний вид «Мустанга» в порядок. Итак, для съемок в фильме было приобретено два идентичных Ford Mustang GT в кузове Fastback 1968 модельного года в цвете Highland Green. Под капотом 390 и V8, это 6,4 литра. VIN-номера этих автомобилей тоже достаточно известны. Автомобили модифицировал для съемок легендарный автоэнтузиаст и специалист по автомобильным трюкам Макс Больховский. Кстати, именно он будет работать впоследствии над подготовкой автомобиля Dodge Challenger для фильма «Исчезающая точка» 1971 года. Кстати, по легенде, именно Максу Больховски принадлежит идея использовать в качестве автомобиля для злодеев новейший на тот момент Dodge Charger 1968 года. Студия настаивала на использовании продукции компании Ford, но все же эту идею отмели, так как задача была показать в кадре максимально непохожий с точки зрения дизайна автомобиля, а уж зловещий внешний вид второго поколения Charger'ов и вовсе сложно переоценить. Автомобиль для настоящих плохих парней. Warner Bros. Приобрели два идентичных Dodge Charger с 440-ми магнумами под капотом. Это V8 объемом 7,2 литра. Машины были куплены в дилерском центре Chrysler в Глендейле, Калифорния, вспоминает Рон Ринер, сотрудник Warner Bros., отвечавший за логистику и всевозможные согласования с городскими властями во время съемок на городских улицах. Он также сказал, что Dodge Charger появляется в фильме не в качестве рекламы, но после феноменального успеха фильма и увеличения продаж модели Charger, Chrysler были готовы предоставить свои автомобили для любых будущих проектов Warner Bros. В сети довольно противоречивая информация о том, как именно были модифицированы автомобили для съемок. Но вот что рассказывает сам Макс Больховский. Для сцен с прыжками была усилена подвеска, установлены более мощные амортизаторы, более жесткие пружины, усилены опоры амортизаторов, добавлены силовые поперечины для придания дополнительной жесткости кузову. Вопреки расхожему мнению, моторы в мустангах практически не дорабатывались. Было предложено установить более производительные карбюраторы Холли, но Макс отказался, так как он уже имел большой опыт работы со стоковыми карбюраторами Ford. Так что и в этот раз все отлично сработало. Потребовалось лишь несколько небольших корректировок. Что касается Dodge Charger, то их 440-е Magnum и V8 тоже не дорабатывались. Но, как и в случае с мустангами, подвеску пришлось усилить, иначе знаменитые прыжки на улицах Сан-Франциско моментально вывели бы машины из строя. По воспоминаниям съемочной группы, на прямой у мустанга с 390 V8 не было ни единого шанса против Charger с 440-м мотором, но ведь гонка включала в себя множество опасных поворотов, а рулился мустанг гораздо лучше. Перед съемками основных дублей в городе машины прогоняли по маршруту на скорости в два раза меньше, чем было запланировано, и только после этого включались камеры. Для съемок сцен в салонах автомобилей были установлены специальные портативные кинокамеры, окрашенные в черный цвет. Эффект резкой встряски при приземлении получился случайно. Камеры в машинах крепились жестко, без каких-то амортизаторов, но полученный результат полностью удовлетворил режиссера. В интервью журнала Motor Trend Стив Маквин рассказывал, что зрители в кинотеатрах вскакивали с мест во время демонстрации кадров приземления машины после прыжка. Удивительный эффект. Несмотря на то, что съемочная команда не использовала что-то типа камер Super Panavision, на экране все выглядело невероятно круто. Кстати, в сцене с прыжками Маквина за рулем не было. Испуганные продюсеры в последний момент заменили его каскадером Бадом Эккинсом. Еще один забавный факт, о котором многие как-то забывают. По улицам Сан-Франциско бешено мчались три машины, вошедшие в историю автомобильных погонь, хотя в фильме показаны только две. Третий автомобиль съемочный. Им управлял Пэт Хустис, кинооператор Билл Фрекер. Чтобы снять ошеломляющее завершение погони, в котором Charger теряет контроль, вырезается в заправочную станцию, Кэрри Лофтин использовал интересное буксирующее устройство, в то время как каскадер, изображая за рулем героя Стива Маквина, несся по шоссе за рулем Мустанга, к его машине сбоку был прикреплен неуправляемый Charger. Крепление было спрятано от камеры.
Разогнавшись до необходимой скорости, Кэрри Лофтин в нужный момент отсоединял свой мустанг от чарджера, и Додж по инерции влетал в заправку, где срабатывали взрывные устройства. Но, к несчастью, чарджер проехал не совсем так, как планировалось, поэтому оплошность пришлось скрывать при помощи монтажа. По воспоминаниям всех участников, на площадке царила атмосфера взаимоуважения и профессионализма. Все было четко спланировано, и в целом съемки прошли практически без неприятных сюрпризов. А уж полученный результат и вовсе поразил всех. И пускай кто-то скажет, что некоторые монтажные склейки сейчас смотрятся слишком неряшливыми, у Чарджера слишком много отваливающихся колпаков, а Стив Маквин так часто переключает передачи, будто у него 16-ступенчатая механика, погоня из фильма «Буллет» все равно стала настоящей классикой, и это уже не изменить. В заключение хочется рассказать интересную историю о сохранившихся после завершения съемок автомобилях. После премьеры машина досталась сотруднику Warner Brothers Роберту Россу, а затем была продана некоему детективу из Нью-Джерси Фрэнку Маранко. Затем, в 1974 году, его приобрел Роберт Кирнан из Мэдисона, штат Нью-Джерси. Через несколько лет после этого Стив Маккуин попытался выкупить эту машину и, по-видимому, сделал Кирнану очень привлекательное предложение, но, увы, получил отказ. Дальше след автомобиля теряется на десятилетия. Автомобильная общественность была уверена, что машина безвозвратно утеряна, но внезапно в 2018 году Bullet Mustang был обнаружен. Сын Кирнана, Шон, узнав, что за автомобиль хранится в их семье, после смерти отца выставил машину на продажу с аукциона, где Мустанг был продан за невероятные 3 миллиона 740 тысяч долларов. Личность нового владельца не раскрывалась. Интересно, что Ford Mustang GT с аналогичными характеристиками того же 1968 года с таким же 390-м мотором и такой же 4-ступенчатой механической коробкой передач в 2018 году стоил около 70 тысяч долларов. Но, по словам нового анонимного владельца, он покупал не автомобиль, а часть истории мирового кинематографа. А она практически бесценна. Судьба второго «Мустанга» довольно запутана. По официальной версии, он был утилизирован сразу после завершения съемок фильма. Но в 2017 году внезапно был обнаружен очень похожий автомобиль с тем самым ВИН-номером и креплением для камер. Споры о том, является ли машина подлинной, не утихают до сих пор. Некоторые уверены, что это мастерская подделка. То же самое касается и одного из якобы сохранившихся чарджеров. Несмотря на то, что нынешний владелец не так давно пытался продать машину на аукционе за огромные деньги, подлинность машины пока подтвердить не удалось. А на сегодня все. Всем сила. В8.